Здравствуйте, дорогие подписчики, гости нашего канала. Сегодня хотел бы вам показать, как у нас вырастает сорт розы Chip and Dale. Розочка относится вообще, где прописано чайно-гибридная, где парковая. Ну, я бы ее отнес, конечно, к парковым розам, к шрабам, потому что цветет очень обильно, такими соцветиями. Цветет все лето, вырастает, высотой достигает до 1,5 метров, цветет как на нижних, так и на верхних побегах. Без цветов вообще не бывает, можно сказать. Сейчас у нас очень жарко, конечно же, она немножко подвыгорела уже местами, которые отцвели цветочки. Вот так розово, она розово-персиково-оранжевого цвета. Цветы очень крупные у этой розочки. Ароматная. Листва глянцевая, здоровая. Устойчивая к заболеваниям. Ну, естественно, профилактические обработки обязательно нужны. Тут у нас три кустика высажены. Вот здесь по центру, тут он поменьше кустик, но мы его высаживали. Ему получается второй год. А вот этим саженцем уже 5 лет точно есть. Тут у нас получается то и высажены, как-то в глубине вот эти розочки растут. Chip and Dale. Три кустика. Розы мы очень доволен. Это одна наша любимица. Моя, во всяком случае, точно Chip and Dale. Цветет она очень обильно, вот так ярко. Роза, конечно, классная. Ничего не скажешь. Такая красотка. Оранжевая. Ну, была жаркая погода, стояла вот где-то неделю, прям пекло. И здесь получается солнце целый день. Ну, естественно, они немножко поджарились. Даже есть где-то и бутон мелковатый. Все равно очень красивые цветочки. Ничего не скажем. Так они цветут у нас сейчас. Розы мы очень довольны. На этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания, до новых встреч.